Чрезвычайная ситуация произошла накануне на площадях открытого акционерного общества «Брестгазоаппарат». Возгорание в одном из цехов стало неожиданностью для сотрудников. К счастью, ситуация учебная. Она стала финальным мероприятием республиканской акции «За безопасность вместе». Последний день республиканской акции «За безопасность вместе». И это одно из мероприятий, которое проводилось в рамках данной акции. Это работа в трудовом коллективе предприятия «Газоаппарат». Здесь мы проводили занятия и с инженерно-техническими работниками, рассказывали о основных причинах пожаров, как предупредить пожар. Мы проводили тренировочное занятие по эвакуации людей из здания и тренировочное занятие с добровольной пожарной дружиной по ликвидации загораний. Уже не один год для таких ситуаций на предприятии работает добровольная пожарная дружина из числа сотрудников. Именно они продемонстрировали высокую степень слаженности при выполнении учебного задания. Добровольная пожарная дружина предприятия, она на высоком уровне, и ее работа была, ну, вы видели, быстро, четко, слаженно, и в том числе применением и первичных средств пожаротушения, и стволов. Понимая важность наличия безопасных условий на предприятии, администрация завода особое внимание уделяет противопожарным мерам. В цехах развешано большое количество учебных листовок и наглядных материалов. Кроме того, со специалистами и рабочими регулярно проходят профилактические беседы. Ежегодно разрабатываем комплекс мероприятий, связанных с этим видом деятельности. Есть несколько факторов, которые делают эту работу, ну, скажем так, более актуальной. Это высокая концентрация технологических процессов на территории предприятия, плюс расположение самого завода в черте такой плотной городской застройки. Ну, а также то, что в нашем ведении находится ряд подразделений, которые относятся к категории опасных и потенциально опасных производственных объектов. Республиканская акция «За безопасность вместе» была отмечена большим количеством мероприятий, однако особо знаковым стал визит в Брестскую область министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимира Ващенко, который вручил лучшим сотрудникам региона памятные правительственные награды. Вот эта работа делается, конечно же, людьми, и главная наша задача, и, вернее, наверное, сказать, главное наше состояние – это люди, которые за свою работу, они работают не за награды, но и они заметны, их видят наши люди, их видит руководство страны. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «БукТВ».